Итак, всем привет, это восьмая серия прохождения Deadly Premonition. И я предлагаю, поскольку у нас шестая глава, предлагаю немножко отдохнуть от сюжета, а то в последних сериях было многовато экшона и ужасов, и заняться доп-квестами, поскольку вот как раз-таки эти главы с шестой по девятую это самая такая благодатная почва для выполнения большинства дополнительных квестов. И начнем мы, пожалуй, ну, во-первых, с того, что мы сейчас, наверное, так, во-первых, что-нибудь сожрем. Нет, зачем я выбрал карту? Кто мне скажет? Ну ладно, и так тоже можно. Короче, надо нам что-нибудь пожрать. У нас вроде есть, что-то тут огурчики должны быть. Есть у нас огурчики? Есть огурчики. Две банки из трех. Слегка утоляют голод. Так что, это чтобы наш агент Йорк... Так, вы плотно поели, да прямо. Что-то я бы не сказал. Чтобы он у нас... чтобы у него в животе не урчало, короче. Мы сейчас потому что поедем кое-куда, и там, в общем-то, и нажремся. То есть, дел у нас много. Дел у нас много, давайте проверим. Какая сегодня погода нас ожидает? Это очень важно, потому что многие квесты тут вообще можно выполнять только во время дождя. Поэтому надо всегда. Днем будет ясно и солнечно. Прекрасный день для прогулки. И все. Ага, значит, вечером тут ничего не будет. Весь день, короче, ясно. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Так, и что я хотел сделать? Я хотел пойти выпить кофе. Да. Йорк у нас любит кофе. Он сразу как припустился. Так, сейчас я, пока он тут втыкает, нажму старт секундомера, чтобы засечь время. И давайте нальем себе кофейку. Близится неожиданные проблемы, счастливый примет, зажигалка. There's always trouble heading my way in this job. Mm-hmm. But I'm always up for a little excitement too. Ну-ка. Ага, вы сегодня прекрасно повеселились. There's no theme park in this town, though. Мы сами себе. Good luck is just slipping away. Не. But I think I'll have a thrilling enough time right here anyway. Мы сегодня классно повеселимся, это ты прав. Сами себя развлечем. Так, нам надо каким-то макаром выйти во двор. И как это сделать, вот вопрос. Давайте посмотрим на карту. Здесь... Ага! Здесь как раз-то я и могу выйти во двор. Так что давайте выйдем. А чем мы сейчас займемся? Первым делом мы сейчас пойдем порыбачим. Рыбалка здесь это просто отдельный вид спорта, что называется. Есть несколько мест вообще в Гринвейле, где можно порыбачить, и везде есть что-то очень-очень интересненькое. Так что мы сейчас попробуем выйти к месту рыбалки, вон где рыбки нарисованы. Вот, кстати, обратите внимание, вот мы вышли, да, и вот он, действительно, деревянный настил. А когда мы смотрели через стекло, здесь была просто коричневая текстурка. То есть текстурки действительно подглючивают в ПК-версии. И тогда я вот, когда был этот самый, первая встреча Йорка с Эмили и там, Джорджем, я тоже говорил, что текстурки воды не прогрузились на реке. Действительно, они не прогрузились, там есть текстурки воды. Так, что я тут делаю? Здесь где-то было, да, во-во-во-во. Здесь кое-что есть. Сейчас мы выберем какую-нибудь трубу.
Освободим себе местечко. Здесь должно быть что-то интересное, насколько я помню. Так, здесь что? Вот. Во-первых, денежка. Во-вторых, там еще есть какая-то дорога. Сейчас туда пойдем. Вот сюда. И пришли мы, в общем-то. А никуда. Здесь тоже можно порыбачить. Без разницы, где рыбачить. Можно здесь, можно там. Так, ловить рыбку. Ну, давайте половим. Так, удочка, да. Обычный червяк, да. Нажмите, чтобы поймать хороший улов. Но будьте осторожны, вы потеряете наживку, если леска порвется. Ясно. Так, забросить. Как тут это, кстати, реализовано, я уж. Так, Б. По-моему, если я сейчас нажму назад, это выход будет, да? Да. То есть надо ждать, когда кто-нибудь схватит. Давай, Йорк. Лови рыбку. Большую, маленькую. Музыка какая, да? Опа, упустил. Нам надо выловить подарок. Только надо понять, как его выловить. Надо запомнить. У нас есть еще 5 попыток, так что, думаю, поймаем подарок. Подарок, то есть проспойлерю в большинстве своем просто карточки. Опа, никто не клюнул. В большинстве своем просто карточки. Но бывает, что и кое-что поинтереснее. Так, поймал какую-то аптечку или типа того. Ну-ка, что там? Вы добыли леденец. Мы поймали леденец, классно. Ну да, это, конечно, долго будет. Но я хочу выловить этот подарок, потом поедем дальше. Мы уже 6 минут тут рыбачим. Но я не буду ничего вырезать. Это пока что идут ознакомительные серии, уже ближе там к концу. Ну, да ё-моё, опять. Опять что-то поймал. Вы поймали крекеры. Клёво. Я всё никак не пойму, когда надо на подарок нажимать. Сейчас все будет. Все будет. Ау, ау, ау. Так, что-то поймал. Так, значит, где-то надо. Вы поймали серп. Ебать. Клево. То есть тут оружие можно еще забирать. Где-то здесь. Ну, ну. Ай-яй-яй-яй-яй, немножко.
Надо где-то вот после Эмили потом вот эти вот будут, да? Ага. Лопату нашел. Короче, после Эмили на инструментах надо вот там. Там как раз попадется подарок. Да, вот после инструментов где-то тут. Давай, 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 да, ну, 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 как же так? Тють-тють. Блин, жалко. Саму непосредственно рыбу ловить не будем, нахрен она не нужна. За нее, правда, можно денег набрать. То есть, если поймать рыбку, а потом ее отпустить, дает по 40 баксов. Либо можно ее сожрать. Тогда денег не дадут, но зато еда будет. Здесь текстурки речки прорисовались хорошо. Более-менее. Так, давай, подсекай. Давай, давай, давай. Есть подарок. Наконец-то. Вот он. И что это? Вы поймали Полли Оксфорд. Что она там делала? Надо же. Какая ведь Полли. Взяла, блин, пошла купаться, мы ее взяли и поймали. Шутка. Это была просто карточка. Но читать я ее тоже не буду. Потому что, как я уже говорил, одни сплошные, мать их, спойлеры. В этих карточках персонажей. И читать их надо только уже ближе к концу игры. Так, сейчас мы тут как-нибудь пройдем. Давай, давай, Йорк, давай, Йорк, давай, Йорк, ты сможешь. Да, вон там выход. Точнее, вход. Тихо, слезь, давай, слезай. Так, здесь тоже можно половить, и, по-моему... Насколько я знаю, здесь подарка не должно быть, но мы на всякий случай проверим. И на всякий случай, если что, поймаем рыбку. Нет, есть подарок. Реально есть подарок. Даже два. Наживка капсюльный червяк. Не знаю, зачем оно мне. Что-то какой-то хиленький подарок, на самом деле. А, я понял, они бесконечные, он что, мусор вытащил, короче. Можно это... Вы поймали мусор. Круто, что. Они бесконечные, их можно не ловить. Это хреновые подарки. Короче говоря, нужно ловить только те, которые крупные. Ладно, здесь мы все закончили. Поехали куда-нибудь прокатимся. У нас
В общем-то, на повестке дня нам надо где-нибудь пожрать. Я так думаю, что наш Фрэнсис Йорк Морган не откажется заморить червячка по полной программе. Заодно кое-что тут сделаем. Так, ну не здесь, а там, в городе. В городе нас еще ждут дела. Так. Полли, у тебя что-нибудь есть такое интересное? Мне бы луку купить. Так, что ты продаешь? Ух ты. Слушай, а тебя не это, за то, что ты продаешь патроны для пистолета, пулемета, тебя полиция не загребет в кутузку? Будем считать, что у тебя есть разрешение. Так, ну давайте еще червяков-то купим. Блин, $119, ё-моё. Дороговато у вас червяки-то стоят. Ладно, погнали. Так, мист играет. Наконец-то резидента купил. Так, а что-то с ней можно поговорить, я так смотрю. Чего? Это было о чем? Ну, ВТОВ. У нас, в общем-то, полно времени. 7:28, кстати. Когда там у нас, интересно, открывается закусочный-то? Так, я не понял. А, вон бибики. Так, на какой поедем? Ну, вот на это и поедем. Давайте посмотрим на карту, где у нас чего есть. За каким бы макаром мы могли бы съездить. Так, дом. Не-не-не-не. Дом Маши, дом Сигурни, кладбище. Лесопилка. Это у нас свалка. Заправка. Заправку, кстати, тоже надо сгонять. Дом Ника. Ага. У Джорджа есть квест, кстати, смотрите. Мишка Панда, знаю. Так. Закусочная. Закусочная, похоже, еще не открыта ни хрена. Так, а вот Milk Barn, который не перевели почему-то, оно открыто. То есть туда можно, по идее, приехать, да? Потому что оба вон субъекты здесь. Или только один. Аш Джонсон? Что он там? Ах, я забыл. Дом Джорджа. Ну, в принципе, надо бы туда, конечно, сгонять. И на заправку надо бы сгонять. Угу. Тогда туда и отправимся. По
По идее, так, здесь у нас кто сидит? Ну, Исаак, это понятно. Да, далековато мне придется пылить-то. Сюда бы еще, конечно, заехать. Здесь карточка. Это кто у нас? Дом Кэрол, так. Томас Маккалейн, Фиона. Веснушка. Они еще дома. Кто-нибудь видит здесь цветочек? Сейчас поищем цветочек. Может, он где-нибудь есть? Понимаю, что нема цветочку. Там вот он был. Ну ладно, может еще попадется, хрен его знает. Такую вещь довольно сложно пропустить, она на пол карты. Так, косточки, ну косточки мы знаем, зачем нужны. Жалко, но их пока что я не наблюдаю. Цветочка. Так, ну здесь я уже смотрел. Вот он вот здесь вот должен появляться время от времени. Здесь вот может появиться, блин. Что вроде как нигде. Он обычно у воды вроде как появляется-то. Так, а если я выйду из машины? Это я выйду из машины, например. И еще раз посмотрю на карту. Извините, конечно, такие затупы, но просто это такая игра. Тут как бы не на скорость прохождения-то. Нет, похоже, ничего не изменилось. Ну, нет, измениться-то изменилось, как вы видите. Маркеры поменялись немножко, но... Но... Цветочка не наблюдается, к сожалению. Он периодически в разных местах появляется, так что... Найдем... Его бы надо бы найти, конечно, очень надо бы найти его. Тогда я что-то вот когда поехал с этой, как его зовут, с лесопилки-то я напрочь про него забыл. Вроде бы он там был, и он не должен был исчезнуть. Но нет, я думаю, найдем. Он периодически действительно появляется, а до конца этой игры еще долго. Мимо проезжать будем, найдем. Ну все. Значит, наша дорога сейчас лежит на заправку. На заправку. Это значит, что нам надо... Так, поехать вот сюда. Здесь свернуть. И, собственно, проехать через вот это вот место. На заправку. А дальше к Джорджу в гости. Пока он на работу не приехал. Да? Нет? Да. Хотя мы можем к Джорджу не ездить. Пока что. Все равно нам надо этот цветок сначала найти. Так что давайте-ка мы
Значит, на заправку, а потом в Milk Barn или как там. Короче, туда. Туда нам надо. Окей. Поехали. Поехали, Фрэнсис, поехали. Тихо, 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 тихо. Куда ты? Намылился-то такой умный. Никак вот не могу понять, как набрать вон те долларсы. Ты даже никак не пройдешь. Ну давай поговорим. Zach, picking up from where we left off. Now Joel Gray's daughter is, of course. Ну ты твою мать. Опять Gray. Ты. You knew that, right, Zach? Опять ты о том же самом. She's in one of my most favorite movies. Ferris Bueller's Day Off, 1986, directed by John Hughes. That one was so 80s. Zach, you're not the most cheerful guy I know. Вообще нам бы еще надо бы, по идее, съездить обратно в Breakfast Club and Pretty in Pink, St. Elmo's Fire and Fast Times at Ridgemont High. В госпиталь. That last one was in 1982, directed by Amy Heckerling. Now that was an impressive film. You've got Sean Penn in the lead, with Jennifer Jason Leigh and Phoebe Cates. Not to mention Nicolas Cage and Forrest Whitaker were in it too. And the original book and the script were written by Cameron Crowe. How could that not be a great film? Так. Do you remember, Zach? Uh-huh. When that movie ended, the last words, the end, was from an arcade game. That's right, it was from Missile Command. That stuck in my head for a while. The memories. I feel like I have a lot of movies to catch up on. Let's just hope we can get to the end of this case soon. Then maybe we can catch up on a few. Give some thought about what movie you want to see next. У нас довольно мало бензина, у нас довольно мало здоровья у Бибики. Это, конечно, печалька, печалька. Может, какая печалька-то? Так. Блин, а я думаю, что можно это и взять. Кстати говоря, эту карту, по-моему, можно ведь взять. Ну-ка, погодь. Я вот сейчас вот только вспомнил, что здесь же нет никакой гоночки. Zach, is there something here that you want to check out? We need to be at the community center by 1500 today. Ой, да ладно. Just think of talking in front of all those people. Успеем. What do you think, Zach? Успеем, мужик, не боись. Успеем. Вон она, карта. Видите карту? Я вижу карту. Значит, мы берем пуху. Отойдем подальше, а то мы знаем, какие бочки здесь коварные, заразы. Да, она легко берется, оказывается. Оливия Кормак. Мы с ними еще не знакомы, но скоро познакомимся. С Оливией и ее мужем. Так. Погнали. Ой. Погнали дальше. Чё? Посторонние шумы, правда, будут. Если вы слышите там стук какой-то. Это потому, что я, когда выхожу из машины, беру в руки геймпад, а когда сажусь в машину, геймпад кладу на стол и начинаю управлять клавомышью. Нет, я с тобой больше говорить не буду. У тебя кончились темы для разговора. Нормальные темы для разговора. Ты повторяешься, мужик. Так, почему нет? Закрыто? Почему закрыто? Да ладно. Вы издеваетесь, они же вроде круглосуточно херачатся. Ти-ти-ти-ти-ти-о. Плохо. Слушай. Реально плохо. Так. А здесь как-то можно посмотреть, когда открывается то или иное заведение, я вот думаю. Может быть, если подойти к двери.
Может быть, они открыты, но обратят на нас внимание только если мы будем на автомобиле. А, странно. То есть только что мы видели надпись «Закрыто». Ну да, закрыто. Так, давайте-ка мы знаете, что сделаем? Давайте-ка сейчас что-нибудь сожрем. И поставим покурим. Скажем, часов до 9, а то что-то никто не открывается. Все по домам сидят. Никто так рано работать не хочет. Так. Пацаны! А ну откройте дверь, блин. Нет. Не работает такая. Тихо. Чё это такое было? Только что. Так. Значит, у нас опять с едой все очень плохо, поэтому мы сейчас что-нибудь съедим. Так, что мы съедим? У нас есть много всего. Давайте вот эти вот крекеры, наверное, да? Или червячка заморим. Ну, съедим, как истинный полицейский. Съедим пончик. Нормально. О, нормально, действительно. Вообще отлично. Так. И теперь... Так, а как уж использовать сигареты, я уж не помню. Вот здесь вот тоже из инвентаря. Использовать, да. Так, 8. Где-нибудь до 9:30, где-то так. Все, вот так вот нормально будет. 9:11 должны открыться. Ага. В общем-то не написано, что закрыто. Ну-ка. Блин, поворот камеры не работает, к сожалению. Фш, так и закрыто. Посмотрите на них. Чуть они сегодня не работают. Пацаны, а? Может, все-таки откроетесь? Это как-то не круто. Что вы не хотите со мной? У меня уже... Ой. Штраф. Хрен с ним. У меня уже кончились, в общем-то... Кончается бензин, у меня скоро машины не будет. Зашибись, не круто. Так, где уж тут этот... Бар-то? Так, это у нас панда. Нам чуть-чуть подальше. Вот сюда. Надеюсь, открыто. Открыто. Да, вот здесь вот открыто. Быть. Ну, хоть кто-то открыт. Давайте познакомимся с читой Кормаков. Или нет? А, нет, тут не Кормаки, по-моему. Так, это ты, по-моему, нет? Не ты? Это смотреть. Вот ты. Поговорить. FBI Special Agent Francis York Morgan. And you are? Lily Ingram. А, да, My Ingram. Husband owns a convenience store. Ой, какая ты трафненькая. Ой, какая ты трафненькая. Ты вроде раньше симпатичнее была. I like to think that I'm just a regular wife in a regular family.
aside from the point that our sons were the first witnesses to the crime scene. You seem pretty calm considering their involvement in such a big murder case. You think so? I'm glad to hear that. Anyway, if I looked all bleak and gloomy, I think it would hurt our business. Agent Morgan, about that scar... Lily, please don't call me that. Call me York, if you can. People have been calling me York for a long time. You're a silly one. No, not at all. I'm just a regular special agent. So what were you about to say, Lily? Huh? About my scar? I'm sorry. I seem to have forgotten. It's because you said something silly. I see. Well, if you remember anything important, just let me know. I will. I'll probably be making use of your store during my stay here, so I'll see you from time to time. Okay, I'll see you soon then. Так, а давай-ка я тебе что-нибудь куплю, Эл. Hi there. Давай купим. Так, мне нужно кое-чего. Кое-чего мне нужно. Ох, у тебя. А мне нужна жратва. Причем не просто жратва, а конкретная жратва. Так, вот мне нужен лук. Одна штучка, да. Так, яйцо у меня есть. Сыр у меня есть. Так, голландский соус, да. Чё? Угу. Окей. Так, мне надо тогда разгрузиться сейчас. Окей. Так, где-то тут, насколько я знаю, есть, да, вот кейс. Сейчас мы туда сложим всё ненужное. Серп, лопата, прочее, прочее, окей. Так, положить предмет. Предметы. Так, большая аптечка пусть лежит. Флешки пусть лежат. Так, насколько я знаю, яйцо мне пока не пригодится. Положить, да, положить. Так, сколько у меня червяков-то? Один, да? Нахер нужен он? Так, этих пусть лежат. Так, лук и сыр пусть лежат тоже. Маловато у меня, конечно, места в инвентаре, но мы еще потом увеличим место-то. Так, вот это вот дело мы тоже, да? Сложим. Крекер оставим. Так, давай-ка. Куда побежала? Эл. Киса, ты только что тут была. Куда? Куда ты сбрызнула? Так, у нее есть квест. Поговорить. Ау. You always look like a busybody. Is the job working you that hard? It's not so bad, hon. I've gotten used to it now, really. You seem to be taking it easy. Sometimes it's important to take a laid-back approach. Pressing forward too quickly can be a recipe for disaster. You're being silly. Oh, yeah. Hon, if you have time on your hands, can I ask you a favor? Such as? Nothing major. It's just our storage room is a total mess. Keith just makes it worse every time he tries to clean it up. And I can't move the heavy boxes in there. I used to ask my father to help us out, but... Well, he's not that young anymore. Of course, I'll give you something in return. If you tidy the place up, I'll give you this.
What's that? A bronze card. It's a discount card for the milk barn. You'll be able to buy things cheaper with this. I think it'll help you lower your investigation expenses. So you're saying that helping you out will ultimately help the investigation? Zach, what do you think? I don't mind if you want to help her. Ты вообще-то мужик, агент ФБР, приехал убийство расследовать, и будешь ящики тягать? Ну, сделаем это, конечно. Thank you, hon. The storage room is this way. Подработка. Так. Посмотреть. Давай посмотрим. Подработка. Уборки в склада. Milk Barn. Открыт только в хорошую погоду с перерывом на обед. Хорошо. Так, ну и чё? Давай. Так, а нам нужно чё? Так, ну, в общем-то, по идее-то вроде как понятно. Вроде как и не очень. Не, ну вот это-то я точно думаю, что надо туда. Ой, тихо. Так вот, толкнуть его. Игра в пятнашки, короче. Ну не надо больше, Геральт. Ведьмака переиграл. Йорк. Так. Один затолкали. Так, теперь посмотрим. Значит, если мы это туда сдвинем, я так думаю, что ни хрена не выйдет из этого. Вопрос вот в чем. Что это никак... А что мне с этим вот делать? Вопрос. Действительно, и на миллион баксов. В общем-то, его никуда тут не сдвинешь, кроме как... Да. Кроме как туда его никуда не сдвинешь. Так. Давай, толкай. Так. И теперь мне надо этот ящичек толкнуть сначала сюда. Потом обойти вот это дело. Притолкнуть его вот сюда. Так ведь? Так ведь. Отойдем вот сюда и толкаем до самого конца. Окей. Thank you, hon. You've been a big help. You're a real hero. A hero? You just can't leave those who need help alone, can you? I can tell you know, hun. You're that kind of guy. Anyway, here's your reward, hun. You've earned it. Спасибо. We'll give you a discount from your next purchase. Thank you, Lily. We'd better be careful not to get carried away and overspend, Zach. Agent York, you're a good person. My father doesn't seem to appreciate you yet, but I do. And I'm sure Keith and the boys feel the same. Come by anytime, okay? Okay. Такс. Так, подруга. Ты, надеюсь, не сбежала из дворца? А вот так. Мне нужно у тебя кое-что купить, кисуль. Давай-ка я у тебя куплю. Так, мне нужно, значит, лук мы купили. Яйцо у нас есть. Вот это есть. Нам нужен вот этот соус. Да.
И еще нам нужна ветчина. Да. Так, вроде как у нас все есть. Так, яйцо, соус, ветчина, лук и сыр. Да, все есть. Больше нам ничего не надо, спасибо. Так, сейчас мы... Ой, стоп. Сейчас мы пойдем это все сложим. Нам нужно в инвентаре иметь только сыр и лук на первое время. Все остальное пусть лежит. Так, голландский соус, окей. И ветчину туда же. И норм. 12 из 15, блин, хреново. Даже очень хреново, я бы сказал. Можешь огурцы туда сложить нахер. У нас, по идее, есть крекер, индейка. Нет, индейку вот надо сложить. Это очень такой хороший. Я бы сказал, очень хороший утолитель голода. Ну и нормально пока. Пока нормально. Так, теперь что мы делаем? Мы пойдем поговорим с муженьком. Привет, дядя. So, you're the talk of the town. Кит. Под Элвиса косишь? FBI Special Agent Francis York Morgan. А ты в курсе, что король-то умер? Please call me York. That's what everyone always calls me. The name's Keith. A pleasure meeting you, York. Sure is a big scar. It's bigger than I thought it would be. So, Keith, I have a couple of questions about the incident. Huh? Sure, fire away, man. Did you know Anna Graham? Yeah, of course, man. Poor little Anna. She was such a nice girl. I mean, what kind of sicko would do that to her? Well, I'm here to catch that sicko. Listen, even the smallest piece of information might be useful to me. If there's anything you noticed or want to let me know, contact me. Okay, will do, bro. You got my cooperation, FBI. Another thing. I'll be frequenting your store during my stay here. So I'll see you around. Sure thing, bro. We got what you need. So drop in anytime. Так, у тебя есть ко мне квест? Hey, bro. What's up, bro? Ну, как бы, давай купим. Что у тебя есть? Ага! Вот это дело очень нужное. Так, если я только проверю, что у тебя еще есть. Так, давай-ка мы вот это купим. 1800, правда, стоит дохренища, но эта штука очень полезная. Hey, man. The spot on the map is called Cope's Tunnel. It's one of a couple of places in town where, like, spooky stuff happens. Mm-hmm. I'll tell you a story, okay, man? But don't go spreading it around. The spirits, they don't like publicity. И сразу... Back when this place was a lumber kingdom, you know, the rockin' 80s, that tunnel was the main connection from the lumber yard to this town. Every day, huge trailers would, like, come in and out. Lots of traffic, dude. Of course, some people were, like, all up in arms. Save our nature, stop pollution, you know. Big business was pushing in here from all over the US of A. Everyone was bickering over the forest. So some of the town people got even more worked up, you know? They started a protest inside the tunnel itself. I guess maybe that was the start of all the bad times. Bad times? Oh yeah, man. Rough stuff and heavy times, man. The conservationists and the lumber workers faced off with each other. Neither side was backing down, and that made things worse. Amid all this chaos, there was a man and a woman who got engaged. Problem was that the man was a lumberjack, and the woman, she was a tree hugger.
They rarely ever fought, but then, one morning, they had a lover's quarrel. People think that her love of nature clashed with his profession. But we'll never know what they really were fighting about that morning. The man shouted. He called her an idiot. And then he stormed out and went to work. If only he had known, that would be the last word he would ever say to her. When he finished his work for the day, he got in his car and drove home. When he got to the tunnel, he saw lantern lights glowing faintly. Those fools, not again. He just thought they were protesting in the tunnel again. And to scare them a little, he decided to speed up. He probably thought they'd all scatter so he wouldn't hit them. But the lights didn't move. In fact, one came toward him. A second later, there was a thud, and the lantern flew up into the air. Slammed on his brakes, too late, of course. Then, totally freaked, climbed out to see what had happened. I don't need to tell you who he hit, do I? What's more, in her mangled hand, there was a letter to the head of the lumber mill. A peaceful settlement offer. The woman had no other relatives other than the man. And the lumber mill took no responsibility for the accident. It was going out of business anyways. What happened to the man then? No one saw him again. Some say he killed himself, or simply just vanished. You know, he might still be in the tunnel, weeping over his lost love. So now, some folks say there's a ghost of a young man that haunts the tunnel. I told you it was called Cope's Tunnel, right? Well, check this out. Купа. Some people call it Corpse Tunnel now. You better be careful, Mr. FBI, if you go down there by yourself. Карта паранормального места. Указанное место и пройдите испытание потустороннего мира. Без проблем. За эти испытания дают очень-очень хорошие пушки. Просто охеренно хорошие пушки дают. Так что мы туда как раз таки. Так, поговорить, а что с тобой можно поговорить? Давай поговорим. Окей. Ну, вроде как все. Сходили, все прикупили. Что нам нужно было? Так, и здесь есть где позвонить, а? Мне бы... А, вот есть где позвонить. Так что давайте мы сейчас... Я сейчас, вернее, сохранюсь. А мы на этом закончим эту серию. Со всеми остальными делами будем разбираться уже в следующих. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.